Мне интересен бой против Хабиба, ведь победитель 50 на 50. Это скажется положительно на моем наследии. Да и деньги тоже будут хорошие, это будет большой бой. Если говорить обо мне, то я от этого боя только выиграю. И в этом бою заинтересован не только Сент-Пьер. Хабиб заинтересован в победе над Сент-Пьером, так же, как Сент-Пьер заинтересован в победе над Хабибом. Сент-Пьер — это особенный парень. Он ушел на 4 года, вернулся и победил. Он побил всех, с кем встречался. У него 2 поражения — от Мэтта Хьюза и от Мэтта Сера. Но он вернулся и уничтожил их. И затем... После ухода он возвращается и забирает пояс в средней весовой. Он победил Майкла Бисбинга совсем не по очкам. Он удушил его до отключки. Сент-Пьер просто монстр. Чем бы я ни занимался, я всегда стараюсь подниматься по ступеням. Я хочу того, чего не было раньше. Хочу подраться в легкой весовой и победить того парня, кого еще никто не побеждал. Тогда речь идет о Хабибе. Тебе будет интересен этот поединок?